Какой будет новая эра автомобилестроения? Пятое поколение. Я для себя, когда строю концепцию развития компании, считаю, что вот на этом автомобиле мы должны прожить с его модернизацией ближайшие 15 лет. Это КАМАЗ. Автогиганту из Набережных Челнов 50. Магистральные тягачи, самосвалы, автокраны, коммунальная и дорожная техника, а еще автобусы, включая электрические. Сегодня КАМАЗ – огромный холдинг из множества заводов. Вместе с автогигантом свой полувековой трудовой стаж отмечает инженер Евлампий Туманов. Помню то время, когда были, как говорится, голые корпуса, уже устанавливали колонны, на которые вот крепилась крыша. Потом уже в 75-м году шел монтаж оборудования и запуск его, первые детали. К своему 50-летию автогигант представляет новую линейку магистральных тягачей. Сегодня они проходят последние испытания перед выходом на большую дорогу. И еще в 13-м году мало кто мог поверить, что КАМАЗы четвертого поколения массово появятся на крупных магистралях, потому что машина всегда ассоциировалась со строительной техникой. Но прошло пару лет, и она стала самым продаваемым тягачом в России. Теперь у лидера появился конкурент, и снова на КАМАЗе. Пятое поколение. Оказываешься в кабине, перед тобой все новое. Сиденье, приборная панель, электроника. А под капотом последний мотор R6, рядная шестерка. Тест-драйв с главой КАМАЗа Сергеем Кагогиным устраиваем прямо на производстве, вокруг цехов. То есть вы сами управляете, да, им? Ну, я уж обязан это все уметь делать. Кабина К5 отличается просторным салоном. Сюда легко поместится даже высокорослый дальнобойщик. Руль и панель приборов на расстоянии вытянутой руки. Есть два спальных места и мультимедиа-экран. И это только то, что бросается в глаза. Даже по удобству управления это не отличается от большого джипа ничем. Тут очень много сделано помощников водителю, часть удобства движения. Вплоть до того, что если допустишь на повороте большой крен, упадет мощность двигателя, слегка пригасится, чтобы ты не мог разгоняться. Машина пятого поколения принципиально новая. Для автоконцерна она уже стала громадным прорывом. Но время модернизации – это только последний отрезок истории автогиганта. Когда-то КАМАЗ был символом универсальной машины, но шумной и чадящей. Советская экономика 60-х нуждается в крупном парке грузовых автомобилей. Двигатель на большегрузы был экономичнее именно на дизеле, а не бензине. В августе 1969-го Совет министров СССР издает постановление о строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах. И уже в феврале 1976-го с конвейера сходит первый КАМАЗ. Наши микрофоны установлены в нескольких метрах от помоста, на который через 10-15 минут въедет первый серийный автомобиль с маркой КАМАЗ. Вы только вдумайтесь, построить такой гигант с 13 декабря 1969 года до 16 февраля 1976 года, неполных 6 лет, и сошел первый автомобиль с конвейера. Работали всей страной, это и двигатель. В Ярославле разрабатывали, на ЗИЛе делали компоновку автомобиля. Завод располагают в центре страны, на берегу Камы. По реке сюда завозят сырье, стройматериалы и оборудование. Паромами активно прибывают новые специалисты. Вместе с автогигантом растет крупный город. Статус города Набережные Челны получили в 1930 году. Но реально он расцвел только 40 лет спустя, когда десятки тысяч людей со всего Союза приезжали на Каму строить автомобильный завод. И в итоге еще спустя 30 лет население разрослось с 40 тысяч до полумиллиона.
Конец 70-х сразу становится для КАМАЗа ударным. Утвержденный план в 15 тысяч автомобилей выполняют досрочно. В 77-м году с конвейера сходят 22 тысячи машин. А летом 79-го из главного цеха выезжает 100-тысячный грузовик. Рост производства беспрецедентный не только для СССР, но и всего мира. Но не ради легкой жизни со всех концов страны ехали люди в город на Каме. Они знали, стране нужен автомобиль. В конце 80-х советская экономика еле стоит на ногах. Тяжелые времена вместе со страной начинаются и у КАМАЗа. Чтобы выжить в 90-е годы, он залезает в долги под неподъемные проценты. Компания несет серьезные убытки. Буквально за несколько лет на 50 миллиардов рублей. Нет, сотрудников не увольняют. Но и зарплаты им не платят. Из времени моей работы, тут начало деятельности, начало 2000-х, конкретно 2002 год, когда завод, в принципе, в 2001-м остановился и уже не работал. Там 1900 за год, по-моему, автомобилей сделали. То есть это был коллапс. К 2004-му КАМАЗу удается рассчитаться с кредиторами, заводы вновь работают на полную мощность. С конвейеров сходят грузовики второго и третьего поколений. Выбравшись из кризиса, челнинский завод становится одним из ведущих производителей не только в России, но и мире. Двигатель на новых машинах экологического стандарта Евро-5. В атмосферу из выхлопной трубы попадает меньше угарного газа, серы и других вредных примесей. Это новый двигатель, очень хорошим ресурсом, с хорошим периодическим техобслуживанием и с хорошей топливной экономичностью. Первое. Второе – это хорошее согласование с трансмиссией, хорошая аэродинамика и все системы автомобиля. Сегодняшний КАМАЗ – это цепочка из нескольких крупных заводов. В одних только набережных Челнах расположены литейные и кузнечные заводы, завод двигателей, прессово-рамный завод, автомобильные и ремонтно-инструментальные заводы. За пределами города работают крупные дочерние предприятия – Нефтекамский автозавод «Нефаз» и Туймазинский завод автобетоносмесителей в Башкортостане. На территории завода выпускают 4 вида двигателей. Раньше это были 200-сильные установки, но из серии их давно вывели и сейчас изготавливают в основном запчасти. А в новых агрегатах закладывают вдвое больше мощностей – от 400 до 450 лошадей. Для тягачей пятого поколения теперь изготавливают новейшие моторы R6 «Рядная шестерка». Они просты в ремонте и надежнее в эксплуатации. Модернизацию прошел коленчатый вал. Полностью изменилось устройство масляного насоса. Прежде всего, у него заложен ресурс до капитального ремонта 1,5 миллиона километров. Это, будем говорить, достижение, высшее достижение двигателестроения современное. Он имеет хорошие мощностные показатели, и он обладает высоким моментом. Допустим, магистральные двигатели 250 кг/м, а двигатели для специальных надстроек и автомобилей 270 кг/м. То есть это мощный, надежный, экономичный двигатель. Каждая сложная деталь уникальна. Историю создания можно отследить на этапе производства. Кто собрал, кто закрутил, когда выпустил. Вся история «Рядной шестерки» хранится в электронном архиве. На сборку двигателя уходит всего 14 минут. Совсем скоро время сборки одного агрегата сократится в 3 раза, а серийный выпуск вырастет до 30 тысяч в год. Новый КАМАЗ становится еще экономичней, причем сразу на 10%. Альберт Визингер – инженер из Австрии. 16 лет назад он впервые приезжает на завод в Набережные Челны, а вскоре перевозит сюда свою семью. Хотя до этого 30 лет работал на крупнейшем заводе немецких грузовиков «МАН». Я был первым иностранцем, которого наняли в КАМАЗ. И первое, что меня удивило, это стиль работы. В России проект начинается медленно, все расслаблены, но когда приближается дедлайн, работа просто закипает. Сюда его позвали заниматься локализацией комплектующих. Сначала это была кабина для предыдущего поколения грузовиков. Теперь производство новых топливных баков. Чтобы сделать их легче и надежнее, вместо стали он начинает использовать алюминий.
Когда вы выпускаете бак из алюминия, а не из стали, как это было прежде, то серьезно экономите на весе автомобиля, а значит и на расходе топлива. Кроме того, раньше алюминиевые баки приходилось импортировать, а это стоит дорого. Собственное производство теперь экономит предприятию 500 000 000 рублей в год. Бак теперь стал еще объемнее за счет минимизации количества кронштейнов. Данной модели 1400 литров. То есть, как вы видите, свободного пространства практически нет. Ну, в частности, вот модуль системы нейтрализации комбинирует в себе несколько модулей, так скажем, воедино. Это бак нейтрализующей жидкости, установленный на кронштейн. На этот же кронштейн устанавливается воздушный фильтр, достаточно большой. Пылеемкость данного фильтра 10 килограмм. Крупные западные инвесторы приходят в Татарстан в 2008-м. Германский концерн Daimler приобретает 10% российской компании, но вскоре видит потенциал КАМАЗа и доводит долю до 15%. Здесь 60 тысяч квадратных метров производственных площадей. Технология условно разделена на три части. Это логистическая зона, сварка, вот, в которой мы сейчас именно находимся. И третья зона – это зона окраски. Этот тягач уже прозвали русским «Мерседесом». В мае 2019 года КАМАЗ и немецкий концерн Daimler запускают в Набережных Челнах завод каркасов кабин. Облик машины кардинально меняется. Это полностью отечественная разработка с применением передовых немецких технологий. Когда завод выйдет на полную мощность, то с его конвейера ежегодно будет сходить 55 тысяч каркасов кабин. То есть в одну смену будут трудиться 120 человек и 102 сварочных робота. Каркас кабины имеет больше 4500 сварных точек. И все на плечах этих роботов. В них совместное предприятие «КамАЗ-Даймлер-Рус» инвестирует 100 миллиардов рублей. Если кто-то вдруг сомневается в качестве, то эти же каркасы устанавливают и на «Мерседесах». 20%, то есть 8 тысяч каркасов в год, предназначены для нового модельного ряда немецких тягачей. Есть специальные регламентирующие документы, проходят тестовые испытания как в Германии, так и у нас в научно-техническом центре «КамАЗа». У нас для этого все есть. Все инструменты и данный каркас кабины прошел успешные испытания. Он все выдержал. До следующего года, значит, вот этот автомобиль должен стать флагманом нашим. Здесь используют только российскую сталь. Кроме того, уже локализованы многие детали кабин. На знаменитых европейских грузовиках российские зеркала, лобовое стекло, климатическая система, дверные петли и педальный узел. Все это делается в Набережных Челнах. Но есть еще один важный нюанс. КАМАЗ-54901 будет дешевле своего немецкого конкурента процентов на 15-20. При этом локализацию в будущем доведут до 90%. КАМАЗ нового поколения обещает завоевать рынок и стать лидером на следующие лет 20. И со временем вытеснит текущую модель 54-90. А вот и сам цех, где каркасы обретают вид реального грузовика. Вот это 200-метровка — конвейер сборки новых кабин К4 и К5, 4 и 5 поколения соответственно. Сначала это просто пустые каркасы, а затем там появляется начинка — приборная панель, руль, электроника и другие приборы. И, наконец, вон там, в конце линии, еще раз проверяют, все ли собрано корректно. Вскоре кабины К5 запустят в серию, и уже в планах завода продлить конвейер на 50 метров. А пока каркас с приборной панелью продолжает свой путь по цеху. С главным специалистом по сборке Алексеем Магниным идем на свадьбу. Так необычно называют заводчане место, где происходит кульминация сборки. Что за свадьба? Ну, это соединение двух конвейеров, то есть кабина устанавливается на шасси. Основная операция в основном на присборке шасси автомобиля. Кабина приходит сверху, да, потому что здесь конвейер кабин, кабина приходит сверху и потом уже устанавливается на шасси. На этой свадьбе и рождается автомобиль.
Слесари работают над пневматикой и электрикой, стыкуют детали и проверяют узлы. После поворота ключа зажигания на свет появляется грузовой автомобиль. Запускаю двигатель, проверяю гидравлику, рулевое управление, сцепление, переключаю коробку передач. То есть сможет ли автомобиль двигаться своим ходом. Основа предприятия – инженерные кадры. Когда в середине 2000-х появился дефицит рабочих со среднеспециальным образованием, на КАМАЗе открыли уникальное учебное заведение – многофункциональный центр прикладных квалификаций. Здесь обучат будущего сварщика, слесаря-сборщика, водителя-погрузчика. Вот видите, он показывает, если разрешение в топке сейчас отсутствует, да? Или маляра. Для каждой профессии свой оборудованный кабинет. Переодеваемся в костюм и... будем готовить деталь к покраске. А с помощью очков дополненной реальности научимся правильно красить. Пистолет держим под углом 90 градусов и краску наносим внахлёст. Именно так краска ляжет ровным слоем и прослужит много лет. Еще одна профессия – крановщик-погрузчик. Тоже технологичная специальность. С точностью до сантиметра, не раскачивая стальные тросы, тут научат перемещать тяжелые грузы. Нет-нет, вы туда едете правильно, только вы мало. Зачем вы опускаете малую крюковую подвеску? Надо поднимать, а вы ее опускаете. Возможно, и не с первого раза, зато практически с полным погружением в реальность. И вот теперь опускайте, попробуйте опустить. А вы зачем нажали на кнопочку? То есть? Все, вы сбросили груз, он у вас разбился. Все сотрудники свой первый день проходят за партами этого центра. Как минимум узнают про безопасность труда и правила нахождения на заводе. Обучение у нас длится порядка 2-2,5 недель. После этого они уходят на учебно-технологический комплекс, который у нас находится на территории завода двигателей. Разный контингент, но мы замечаем, что все-таки больше более молодого персонала принимается на завод. Евлампий Туманов начинал на заводе с самого простого. Первое время работал слесарем, пока не довел сборку и разборку двигателей до автоматизма. Теперь его путь повторяет молодой инженер Станислав Губин. Решение было временное. Я работал до этого в другом городе и выбрал данный завод. Ну, когда узнал, то, что тут есть новая линия стыковки, решил попробовать просто. Ну, вот это просто переросло в что-то большее. Готовые грузовики каждый день выезжают из цеха и ждут своих заказчиков. Линия сборки двигателей, шасси, каркасов. Мощности завода не простаивают. Каждый час на свет появляется 21 КАМАЗ. А сейчас сколько делают? Сейчас мы 3000 в месяц делаем. Сегодняшний темп конвейера 170 автомобилей в сутки. То есть это совершенно другое. Сегодня КАМАЗ – прибыльная компания. Но без вложений в технологии нет будущего. Одно из правил Сергея Кагогина – направлять часть прибыли на модернизацию, или, как здесь называют, реинжиниринг. У нас с 125 года общий объем инвестиций 87 миллиардов, но это еще до девальвации 2014 года был рассчитан. После этого мы там пересматривали, старались что-то ужать, чтобы было так, но на сегодня мы уже 43 миллиарда проинвестировали. Вот к концу года будет 46 уже. Помимо грузовиков, на территории завода тестируют прототип электробуса «Шаттл». Аббревиатура расшифровывается как «широкоадаптивная транспортная логистика». Машина управляется с ноутбука или приложения на планшете. Можно применять на цехах цеху, можно в парковых зонах, можно в различных демонстрационных больших зонах, типа ВДНХ, например. В общем, и так далее. На беспилотном такси отправимся смотреть беспилотные КАМАЗы. Пока машину нельзя выпускать на улицы города. Нет законов, которые позволяют управлять транспортом без человека. Даже на дорогах завода ехать разрешено не больше 4 км в час. Автобус может перестраивать свой маршрут в зависимости от заказа. То есть это не обычное движение автобуса,
там, по городским улицам. Например, это может человек вызвать автобус, условно говоря, к себе, даже к подъезду дома. Он приезжает, его забирает. Запас хода у шаттла 120 километров. Вдвое больше у московских электробусов, тоже детище КамАЗа. Транспорт, конечно, с водителем. Работает на батареях, которые установлены на крыше. Но все же без мотора с традиционным дизельным топливом транспорт пока не обходится. Когда ниже минус 5 градусов, у нас включается жидкостный отопитель. Но это связано было с тем, чтобы не уменьшать существенный запас хода в зимнее время. Потому что когда такой большой объект, как автобус, отапливает электричеством, достаточно большой расход электроэнергии. В будущем, как тут рассказывают, спецтехника КамАЗа станет самостоятельной и безопасной. Грузовики наши беспилотные, которые впереди стоят, могут разгоняться до 60-65 км в час в автономном режиме. Да, у нас на автомобиле оснащены радарами, лидарами, навигационной системой, то есть полный круговой обзор идет 360 градусов. Начинайте движение. Водитель в этой кабине только для подстраховки. Руль крутится сам, нажимать на педали не нужно. Скорость какую развивает? Скорость он берет из данных, которые отправляет ему впереди идущий автомобиль, то есть его скорость повторяет. Беспилотники едут с одинаковой скоростью на расстоянии 7 метров друг от друга. Если первая машина притормаживает, то вторая делает то же самое. Проект был разработан в рамках Минобрнауки. Беспилотные колонны для участия автомобилей для заезда беспилотных заездов на территории Крайнего Севера. Сейчас уже проектом заинтересовалась «Газпромнефть». Для них планируем мы полноценные заезды устраивать на территории в зимниках. Это где большой дефицит водителей, и мы планируем заменить как раз-таки водителей. Ильдар Шавалиев с командой программистов занимаются цифровыми разработками. Свои знания они направляют на один из самых актуальных трендов автомобилестроения – телеметрический сбор данных о состоянии машины. Новый уровень цифровизации позволяет видеть владельцу оставшийся ресурс агрегатов и расходников грузовика. Мы агрегируем все данные о том, как меняются автомобили, как нашими автомобилями владеют клиенты, как они их эксплуатируют. И мы способны предсказывать, когда тот или иной клиент будет склонен к тому, чтобы заменить автомобиль в своем парке. Вот в сельском хозяйстве, например, грубо говоря, это 5-10 лет, в зависимости от региона, в добыче автомобиля не возвращаются к следующему владельцу, они остаются у первого владельца навсегда. На цифровых двойниках цехов оптимизируют расстановку оборудования и загрузку персонала. Но разглядеть обычному глазу ее тяжелее, в отличие от виражей грузовиков в песках и грязи. Где КамАЗы проверяют на прочность, так это экстремальный ралли-марафон «Дакар». Команда «КамАЗ-мастер» за три десятка лет существования стала легендарной. Созданная в 1988 году, она 16 раз становилась победителем ралли и трижды первенствовала в Кубке мира, где позади оставались лучшие гонщики Volvo, MAN, Scania, DAF, Mercedes и Toyota. Вот тот самый цех, где подготавливают начинку для гонок по бездорожью. Руководитель команды Владимир Чагин вспоминает, как спотыкались о первые ошибки. Многое ломалось. И двигатели, и коробки передач, и мосты. Безусловно, чтобы выиграть такую гонку, как Дакар, как Шелковый путь, Африка Рейс, нужна машина специально подготовленная. И так поступают все команды, которые готовят свою технику для соревнований в автоспорте. К очередному ралли КамАЗ готовится на протяжении всего года и каждый раз пытается усовершенствовать начинку. Но как именно и что именно, не рассказывают и не показывают. Остается любоваться только на кабинах. Как правило, колдуют над мощностью двигателя. Когда ее увеличивают вдвое, то с трудом выдерживают трансмиссия и подвеска. Как инженеры справляются, держатся в секрете. Но этот секрет из года в год приносит команде реальный успех. Сегодня КамАЗ входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Группу объединяют несколько заводов и больше 100 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Но главный ресурс – это люди.
50-летней историей КАМАЗа была и грандиозная стройка, но был и серьезнейший пожар на заводе двигателей и сильный кризис. Но, наконец, пришла модернизация, иностранные партнеры, современные разработки. Главное, чтобы потраченные силы и энергия ушли на рост продаж на высококонкурентном автомобильном рынке. Полувековой юбилей КАМАЗ встречает с цифровыми технологиями, усовершенствованным двигателем, надежной трансмиссией и современной электроникой. Большая часть инноваций – труд камазовских инженеров. Я для себя, когда строю концепцию развития компании, считаю, что вот на этом автомобиле мы должны прожить с его модернизацией ближайшие 15 лет. Но за эти 15 лет все, конечно, поменяется. Это неизбежно. Вот, и будет другой транспорт, другое общество. Пятое поколение тягачей – лицо новой эпохи. Эпохи, в которой технологический уклад меняется гораздо быстрее, чем в прошлых десятилетиях. Но КАМАЗ только ускоряет свое движение. Ведь от скорости зависит не только процветание самой компании, но и будущее экономики целой страны.